Исаков справа прорывается. Один сохраняет на выстрел руки. Выкручивает. И здесь Кулагин. Мощный щелчок на пятачок. Пробует оставить. Рикошет и гол! Вот это да! На выстрел руке сохраняет шайбу из-за ворота. Выкручивает. Юзбашан пошел на ворота. Александр Кулагин щелкает лицо борта. Отскакивает. Юзбашан себе за спину добивание. И там, по-моему, все-таки от вратаря отлетает. Но Юзбашана, конечно, будет засчитано. Аборт стукнул шайбу, сохранил, но вот дальше шайбу не удалось сохранить. Что и Атланту, что и капитану. Ой, тут Артем Канаеву досталось. Шайба достается Ступинской команде, раскатывает шайбу. 2-0, становится счет, и автором заброшенной шайбы становится Роман Юзбашан. Вот так вот, немного неожиданно, но все же. Реализовать свои моменты. Юзбашан абсолютно этим находился и нес тот самый бросок, который привел к тому, что капитан ведет уже со счетом 0-2.